Привет! Сегодня я расскажу вам про изменения в линейке аксессуаров от ChenFan. Раньше для крепления всех аксессуаров использовался адаптер MT-101. Сейчас используется адаптер MT-303. Он лучше, и я объясню почему. Раньше аксессуар можно было вставить только в каком-то одном положении и только после этого отрегулировать его направление. Теперь все намного проще. Не надо совмещать пазы и можно вставлять в любом положении. На адаптере 101 нет фиксатора, и на ходу аксессуары могли люфтить. Адаптер 303 лишен этого недостатка и надежно фиксирует любой аксессуар от ChenFan. Адаптер крепится к баллону надувной лодки с помощью специальной платформы. Также можно закрепить на велик. Как вы видите, все стало еще удобнее и лучше. Приобретайте и рыбачьте с удовольствием.